Сборная России на четвертом месте в общекомандном зачете. По итогам 9-го соревновательного дня Олимпиады в копилке россиян прибавилось 3 золотые медали. Победу в теннисе завоевала пара Елена Веснина и Екатерина Макарова. В соревнованиях по греко-римской борьбе сильнейшим был признан Роман Власов. В спортивной гимнастике золото удалось взять россиянке Алие Мустафиной. Таким образом, на сегодняшний день в копилке сборной 30 медалей, 9 из них золотые.